Ставрополь назван первым в конкурсе «Самое благоустроенное поселение России». Столица нашего края обошла 176 участников и стала лучшей в номинации «Озеленение и благоустройство». Ведь многочисленные клумбы являются украшением нашего города. Но не все понимают, что такая красота достигается самоотверженным и кропотливым трудом. По среднему показателю на одного жителя в России приходится 14 квадратов зеленых насаждений. Однако Ставрополь бьет все рекорды. В нашем городе эта цифра переваливает за 35 квадратных метров на человека. Городское озеленение оказывает благоприятное влияние на загазованный автомобилями воздух, да и просто радует глаз. В Ставрополе более 80 видов древесно-кустарниковых насаждений, а разновидностей клумб еще больше. Всем этим заведует горзеленстрой. Его сотрудница Надежда заботится о растениях и знает буквально все их виды. Ковровые растения нам очень нужны, потому что без ковровых растений невозможно сделать красивого коврового цветника. Они подчеркивают линии, очень хорошо держат орнамент, и ковровые цветники очень украшают наш город. Над тем, чтобы клумбы всегда были в хорошем состоянии, работает целая команда. Но весь процесс создания цветника начинается с ландшафтного дизайна. Дизайнер разрабатывает схемы рисунков на бумаге, после чего они появляются на городских улицах. Здесь очень важно рассчитать время на выполнение проекта и учесть все моменты в стиле и колористике. В этих кассетах выращивают цветы, в теплицах за ними ведут тщательный уход, а когда бутоны растений раскрываются, их черенкуют и высаживают на городские клумбы, согласно разработанной схеме. Именно благодаря труду этих людей Ставрополь по праву считается одним из самых зеленых и благоустроенных городов нашей страны. Романова, Иван Дацунов, АТВ, Ставрополь.